Приветствую, дамы и господа, всем доброго времени суток. Вот такая вот новость у нас от Binance. Делистинг Cardano, ADA и Polygon, Matic. Ага, Polygon он теперь потом будет переименован. В общем, короче, исключают они бессрочные контракты Cardano и Polygon, Binance. Ага. Все, в общем, короче, все прискорбно. Ага, 17 августа. У кого есть, закрывайтесь. У меня нету, кстати, никаких контрактов по ADA у меня нет, а вот Polygon у меня остатки этого матика. Ой. Да. И, в общем-то, ну, мне не жалко. В принципе, он там где-то стыкается. Да фиг с ним. Это, как говорится, он уже отработанный материал, матик. Вот. А все дело в том, что давайте посмотрим. Ага. Давайте посмотрим, что он там вообще-то. Да ну как это чушь. Так, сейчас посмотрим. ADA Cardano, Cardano, Cardano. ADA. Может, его сейчас не найдешь. О, летит ADA в ADA. Давайте на дневке посмотрим. Один день. Не, он вроде сейчас пилит боковик какой-то. Ничего, никак не реагирует. Пилит себе и пилит. А месячный? Я делала то, что в месяце за июль, по-моему, или июнь, или июль. Ну, там что-то не очень было. Ну, давайте рассмотрим ADA, как будет влиять вот этот вот делистинг на до октября месяца. ADA. До октября месяца, как будет влиять? И вообще, что с ним будет? Это все из-за СЭК. Да, все, дурак и деньги. И по дураку будет, значит, дурак. И король этих монет. Дурак, деньги, удар в спину, связанное состояние с Binance. Связан так. На дне потенциал, четверка, вот это предложение, трансформация. И попрется куда-то по рыцарю, поедет. И все это чаши, трансформация. Да, чаши уже никому. Вы знаете, такое ощущение, что уже это ADA. Она не нужна. Но потенциал есть у него, волшебная палочка. Но это все дно. А не дно, все это с дурака начинается. Хорошо хоть... Ну, у меня нет, сейчас перевернуто. Так. О, мини-башни. О, две пятерки, две мини-башни будет. И опять-таки кубковые какие-то новости будут. Ну, здесь работа за деньги, за черные пентакли. В каком-то масонском этом сообществе. Ну, это заговор масонский. Ну, в принципе, говорят, что делистинг происходит из-за того, что там регулятор постарался. Брить. Ну, вот поддержана пентакливая на карте масти императрицы. Но это дно. Все это. То есть императрица. То есть это какие-то свыше, я так думаю, приказания. Да? И здесь... А, и десятка пентаклей. Какие-то деньги. Выколачивают деньги, короче. Так, смотрим, что здесь. Ну, не картина плохая. Вот плохая и все. То есть по большим очень деньгам будет какое-то такое разрушение, разбитое корыто. Ну, все это какие-то известия. Здесь старший аркан дурак. Ну, много дураков туда вложились. В ADA. В надежде на получение очень хорошей выгоды. Но удар в спину с разбитым сердцем и связанное состояние будет. Дурак, что это значит? Что значит дурак здесь, старший аркан? Ну, почему деньги? По дураку очень большие деньги. И очень много семей. Давайте еще посмотрим. Да. По дураку-то деньги. Ну, башня. Ну, я так думаю, что очень большие деньги. Очень большие. Ну, как большие деньги? Да, на уровне десятки монет. И на уровне пажа известия вот этим денежным. Это, скорее всего, даже не деньги, а действия регулятора какие-то выпускаются бумаги. Ну, не бумаги, а то есть приказания какие-то такие вот известия. И все это будет башня. Здесь две мини-башни, и здесь одна башня при вскрытом дураке. Ничего хорошего, во всяком случае, я не вижу до октября месяца. Вот такая вот Cardano ADA. Благодарю за внимание, всех благ, профита.